Продолжаем сериал по сборку аккумулятора Makita 18 вольт 6700 часов. Ну вот я ее, значит, сегодня она у меня не заробила, на тоболе 10 лунок выпалил, не заробила. Вот я принес, у нее отпаялась. Я ее сейчас снова пропаял паяльником. Вот. Значится. Пропаял, поставил вот на зарядку. Все в порядке. Заряжается вроде вот так вот. Вот. Видно, надеюсь. Вот, все. Зарядку берет, не знаю. Надолго нет. Видно будет. Я уже, честно говоря, замучился с ней. И думаю, зря я счинился со всем этим делом. Надо было просто взять и купить в сборе аккумулятор. Занимается вот так вот. И сейчас у меня еще 10 ячеек заказаны на другой аккумулятор. И думаю, блин, зря вроде все это я затеял. Надо было готовый аккумулятор взять и не мучиться. Ну вот, 56% заряда на данный момент. Но я ей, наверное, позавчера я ей, наверное, лунок 10 выбурил все-таки. Ну, просто интересно, насколько будет хватать лунок этого аккумулятора. Ячейки, сами ячейки 18650. Они по 3000 миллиампер часов. Ну вот, получается два ряда по 3000, 6000 миллиампер часов. Вот шестерка, вот эта батарея, реальная шестерка. И вот этой реальной шестерки мне интересно, насколько будет хватать. Вот. И никак не могу до конца высадить ее. Все отпадывает, блядь, эта пайка вся нахер. Не знаю, в общем, увидим. Чай обмываем. Всем удачи. Не занимайтесь вот такой херней. Покупайте готовые аккумуляторы. Вот как-то так.